Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы играем опять за сборную России в игру мини-футбол. Ну, конечно, Россия много побед одержала, немного проиграла. Ну и сегодня Россия принимает Канаду. Канадцы опытные очень. Но вот Тирон делает удар по воротам. Еще одно добивание может тут быть. Канада больше владела мячом. И посмотрите, что они делают. И они делают удар. Удар не удался. Передача на Тироне. Подкат. И удар. И гол. И Вольф вот так вот на 24-й минуте выводит Россию вперед. Вот так вот. Супер пушка. Тироне. Он всегда так играет при разводе. Подкаты много делает. Именно не Вольф, а Тирони. Лучший бомбардир и капитан команды. Удар! Вот такой вот удар. Хороший, надо пробить отсюда. Вольф бил поворотом. Но не точно. 42-я минута уже. Позади. Неудача. И Тирони выходит один на один и забивает. Наконец-то мы дождались голов от Тирони. Под занавес первого тайма он забивает свой очередной гол. Лучший бомбардир, больше всех голов. Удар! И первый тайм окончен. 2-0. Сборная России выиграла у сборной Канады. Ну, пока что не выиграла, а выигрывает. Еще может сравнять счет. Вот именно, я говорю. Они сейчас счет сравняют. 2-1. 2-1 голом они отличились, а это ничего. Всего лишь одним. И вот посмотрите, еще третий мяч. И остается еще как минимум 40 минут. Это значит 40 секунд. И удар по воротам. И четвертый. Вот это да. И отворот. И удар наносит Тирони. Ну вот это уже Тирони с другой команды. И фол. Пас и удар. Ускорение сборной России. Удар. И 4-1. Ну и все, вот так вот. Мы выиграли. Ну, а если вам понравилось видео,
ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем до скорой встречи. С вами был Айван Прош. Всем пока-пока.